Всем привет из Абхазии, с вами Кулунова Аня, проект Фаберлик Онлайн, и тут я вам расскажу, что я заказала на 6 человек, коробочка 4, это четвертая коробочка. Итак, с артикулом 781-124 я заказала 3 пакета, один уже ушел, мы тут встречались с девчонками, я дарила чеки и пакетик Фаберлик давала, чтобы чеки в пакетик положить. Далее, артикул 781-120, такие вот маленькие пакетики, мало ли что с собой взять, мы вот в Сочи все израсходовали постепенно, по чуть-чуть, потихонечку, небольшие, классные, все сюда влазит, санитайзер, все такое прочее, вся вот эта вот мелочь, салфетки. Далее, артикул 781-122, такие вот побольше пакетики, мало ли где-то куда-то паковаться, куда-то пойти, поехать, какая-то экскурсия, слушайте, пакеты очень нужны, оказывается, сумки мало. Дальше, черный чай фисташковый с ромашкой, это я заказала себе, все-таки пока мы тут месяц тусим, уже все закончилось. Мы уже тут 33 дня, начало все заканчиваться, вот новый чай, ну тут всего 20 пакетиков, понятно, что он кончится. 16.053, мой любимый фисташковый с ромашкой, люблю провожать закат, тут очень красиво, с балкона, прям суперски-суперски, люблю провожать закат именно с кружечкой чая или кофе, прям, да, неженка такая. Дальше шоколад. Честно сказать, тут уже некоторые опустили, пока я снимала обзор. Уже третий день тяну с обзора. Шоколадки, викуськи, нам покушать. Еще что-то прям очень тянет на сладкое. Поэтому решили побольше заказать. Именно с кокосом, именно с нони почему-то. И мне они больше нравятся. Шоколадки на меде. Артикул 16.057. Баночка кофе нашлась, завалялась. Очень хорошо, что нашлась. Мы думали, что все, нам не хватит. Артикул 16.049. Так, купоны. Опять миллион купонов. Девчонки, пишите, у кого сколько купонов, кто делает заказы в компании Фаберлик. У меня накопилось под рекномером дочери 110 купонов. Вы представляете, 110 купонов. И накопилось, вот, получается, еще под моим регистрационным номером. Так, далее, конечно же, противовоспалительный травяной сбор. 157,50. Ту пачку выпили, вообще прямо выпили. Иммунити после болезни восстановления 157,70. Ну и, конечно, бронхо мужа, что-то он заподкашливал. Артикул 156,69. Что-нибудь да есть в поездках. Так, далее. Так, гардерику я позже вам покажу. Так, это у нас чаек для похудения, тоже на всех. Чайки мы эти любим, очень нравится, вкусненько. 157,15. Друшлаг. Ужасно неудобно мыть фрукты. Фруктов мы берем очень много, практически каждый день что-то покупаем. Моем средством для мытья посуды, поэтому и средство у нас тут быстро, скорее всего, уйдет. Поэтому заказали 910-236, легкий, складной, назад с собой взять будет классно. Так, носочки Вики. Прохудились все носочки у нас за месяц, пока стирали. Ну, понятно, по 3 раза в день переодевали, каждый день стирали. Носочки она у нас носит с босоножками из-за того, что у нее витилика на ножках. И не то, чтобы его скрыть, а спрятать его, например, от солнышка, что, потому что это вредновато получается. Значит, это размер 36-38, но на нашу почти 9-летнюю ножку налазит отлично. У Вики день рождения 2 августа, вот исполняется 9 лет. Артикул 825-548. Очень хорошие носки, понравились. Так, значит, у Вики спрей для расчесывания начал заканчиваться. Артикул 2346 100 мл. Вот не знаю, он у нас очень долгоиграющий, заканчивается очень долго. Вот целого будет много. А все-таки в багаж с собой паковать на обратном пути не хочется. Ну, посмотрим, сколько осталось. Скорее всего, будем оставлять тут. Так, детское мыло 2356 обычное. Так, вот, вот они, эти наши шампуньки 23-44, это викуськины детские. Далее, живица всем, ну, живицы было где-то 3 упаковки, где-то было 3 упаковки, и одна, наверное, была в предыдущей коробочке. Живица, все ее пьем, артикул 157-28, по 5 штучек с утра каждый взрослый пьет живицу. Это очень важно ее пить, особенно когда акклиматизация, и женщинам в возрасте, и первый раз. Вот у нас няня одна сменила вторую, и она первый раз на море. Она смотрела, стояла очень долго, у нее были такие дикие глаза, она говорит, боже мой, это ведь мне тут ребенка надо будет не утопить. Я, говорит, сама в море первый раз, представляете, в 42 года первый раз на море. Но очень рады, очень рады, что мы можем себе позволить еще и людей удивлять. Далее, но стресс, это магний, ну, грубо говоря, это магний, который мы пьем с мужем по 2 штучки на ночь. Артикул 157-25 начал заканчиваться, будем пить. Скоро у нас, кстати, цинк выходит, в новинках будет цинк, поэтому
Я прям довольна. Салфетки 17,98, 50 штук, большая упаковка. А, вот оно мыло. Я его потеряла, оно было в этой коробочке. Ой-ой, раскрутилось одно. Сейчас вылью. Так, антибактериальный эффект, жидкое мыло с хлордексидином, 200 мл, артикул 2717. Вот это, конечно, очень круто. Так, дальше, что тут еще есть из мелочей? Так, а это что такое? А, это пигмент для губ. Надоело мне тут губы красить. Красишь, красишь, а их нету. Посмотрела, только такой вот оттенок. Но, если его наносить чуть-чуть, он держится очень долго. Ну, как долго? Полдня, наверное. Он проявляется, держится долго и очень долго стирается. И получается такой прям шикарный, классный цвет. Мне нравится вот этот именно пигмент. Артикул 408.11. И он не бывает такой яркий на губах. Он на губах смотрится куда эстетичнее, красивее, чем вот так вживую. Это нам кажется, что яркий цвет на губах очень хорошо. Так, сухой шампунь. А, так у меня еще один. Ладно, поделюсь. Артикул 2702. Маска восстанавливающая для волос, ценные масла. На солнышке тоже очень актуально. 200 мл, 82.12 артикул. Зубная паста, вот вы представляете, не пригодилась. Артикул 99.17. Я брала ее для свекрови, а она взяла ее из Кирова, свою зубную щетку. Боже мой, почему я сказала зубную пасту? Расскажу, пусть выкидывает, этой пользуется. Далее, взяла себе такую вот умывалочку. Но у меня есть штучка для нанесения тут масок, для нанесения, для умывания. Поэтому эту штучку я отдам свекрови. Очень нравится, пользовались ей несколько уже лет. Артикул 91.41. Она действительно хорошо отшелушивает. Вот так вот берете и умываетесь. Очень удобно и отшелушивает хорошо. И скрабом можно реже пользоваться. Взяла свекрови умываться. Ее хватает на много лет, кстати. Просто мы забыли ее дома, да и дома где-то она у нас потерялась. Детский крем, 16.45 артикул, 75 мл. Ну, пригождается, пригождается, потихоньку расходуется. Так, это масочки маме я отправлю. 12.61 артикул, 150 мл. Это питание укрепление для всех типов волос. Натуральные приятные ароматы, она густая, маме хватает раза на 3. А эта масочка 12.70, 150 мл. Береза и шиповник для слабых и поврежденных волос. Ей все это надо. У нее из-за диабета вообще что-то волосы выпадывают. Так, вот, значит, тонички пошли. Тоников я, как вы видите, много заказала. Кто посмотрел все предыдущие три коробки, 28-21. Потому что 4 девочки, они это все любят. Так, в запаснике уже взяла бальзам «Первую помощь». Есть один закрытый, но еще вот взяла, потому что мало ли что, им отлично мазаться. 15 мл, он ничего не весит, пусть и дорогой. Артикул вот потеряла. 17.01 артикул. У него влажная туалетная бумага, взрослая и детская. Так, артикул 30.400 у взрослой и у детской артикул 30.401. Тут вообще напряг с туалетной бумагой, если честно. Но мы и до этого любили салфетки для интимной гигиены. Так, маска для волос Ultra Power. Артикул 18.90, 160 мл. Классная Ultra Power масочка. Так, детское мыло 23.88. Что еще? Маски, я взяла маски. Хочу их еще поделать. Это новинки. Коэнзим Q10. Идет антиоксидантная масочка. Еще вот не попробовала. 0.075. И очищающая маска для лица. Свежесть, именно очищающая. Я так понимаю, лучше на ночь ее делать. Артикул 0.071. Так, 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 еще вот такая маска, я ее вам показывала, артикул 18.82, она идет как глубокое восстановление, очень нравится. Ополаскиватель у нас закончился, вот, кстати, чек, 16 тысяч получилось, вот такой вот длиннющий чек. И получается 250 мл, артикул 24.99, ополаскиватель для полости рта Грейпфрут. Очень нравится, очень приятная такая, освежает и все такое прочее. Так, далее, далее, мой любимый гель для душа Pur Toujours 81.25. Чем он мне нравится? Он мне нравится тем, что очень у него приятный аромат, я его просто обожаю, он такой нежный, суперский, мне вот... Знаете, когда моешь и кайфуешь. Вот вишневый цвет и хлопок. Я очень люблю гель для душа. И парфюмерный гель для душа Pur Toujours. Вот два наилюбимейших геля для душа.
Нет, нет, да возьму. Артикул 81-25. Время от времени беру. Далее, мало ли, какие-то тут укладочки и все такое прочее, взяла моделирующий термозащитный спрей. Артикул 2703, 100 мл. Дальше Гардерика. Так, а это у нас мицеллярный гель для умывания. А это мускрем для умывания. Ну, думаю, нам всем тут должно хватить. Да, всем должно хватить. Значит, мускрем у нас идет для более сухой кожи 150 мл. А вот этот вот мицеллярный гель для умывания, он идет для более жирной кожи 150 тоже мл. А, кстати, давайте я вам покажу. Ах, это еще закрытые. Все полностью тут закрытые. Как туго. Значит, вот это вот такой вот для умывания мицеллярный гель прозрачный. С очень приятным, кстати, сладким, нежным, легким ароматом. Так, а этот гель у нас вот такой вот неженка для более сухой кожи. Такие вот гельчики. Очень-очень понравились, и я прям в восторге от них. 150 мл тоже идет. Мусс-крем для умывания. Классный. Натуральных ингредиентов тут 90%. Не содержит парабенов. Ну, это вообще вся биомика такая. Это общая аннотация биомики. Есть и шампуни этой линейки, и для умывания, и тоники есть. И вот еще, смотрите, заказала Гардерика. Их тут несколько видов кремов. Почему я заказала так много? Потому что это все разное. И Блум у меня уже подходит к концу. Больше половины я израсходовала. Значит, клеточный дневной крем. Ультрапитание для сухой кожи. Ну, вы поняли, да, уже какие у меня тут проблемы нарисовались. Очень красивый. Артикул 0728. Он идет 40+. Я такой вот взяла. Запах у него мне, конечно, честно скажу, не очень нравится, но действие нравится очень. Пошла тяжелая артиллерия. После 45+ Блум я буду пользоваться 40+ Гардерикой. Далее, клеточный ночной крем ультрапитания для сухой кожи тоже взяла. Вот такой. Артикул 0729. Тоже он такой, видите, уже густущий. Он уже такой вот густущий, погуще будет. Буду им пользоваться, 0729. Ну, это идет прям, можно сказать, тяжелая такая вот артиллерия. Это высокоэффективный крем, бережно помогает восстановить сухую кожу лица, интенсивно питает и способствует уменьшению морщин, улучшению контура лица. Также тут идет уникальный кислородный комплекс NovaFTMO2, который доставляет кислород в глубокие слои кожи. И самая его такая вот фишка, что у дневного, что у ночного, он содержит стволовые клетки гардении, которые стимулируют синтез коллагена, уменьшают его разрушение и защищают кожу от потери упругости. Вот такая вот классная штука. Это вот ночной крем. А дневной крем у нас с вами тоже идет с клетками гардении, и он идет, как бы обеспечивает питание, увлажнение и заметно восстанавливает его, и для шеи, и для всего, в общем, подходит. Дальше вот такой вот клеточный крем для кожи вокруг глаз, и это еще одна линейка крем вокруг глаз. Я заказала один сыворотки, я уже Гардерика просто не стала брать, потому что я набрала много разных других сывороток, потому что чувствую, что мне нужны именно те, поэтому просто кремы уже взяла. Артикул 0743. Во-первых, клеточный крем для кожи вокруг глаз, он имеет легкую текстуру, и он постепенно разглаживает мелкие морщины, предупреждает их образование, осветляет темные круги под глазами. Вот такой вот хорошенький, аккуратненький. Мне очень нравятся кремы в тюбиках, если честно. А видите, такой прям водянистый, как будто слегка. Я прям люблю Гардерику, но я ей пользовалась раньше очень редко, но пока я в компании Faberlic, у меня уже 40+ возраст подкатывает, потому что мы скоро, ну, в ноябре 2022 года будет, как мы тут, 8 лет уже, у нас исполнится 8 лет. Далее, концентрированный ночной просто крем, я этот израсходую, перейду на этот, 0742. Тут еще есть дополнительный витамин С, он мне тоже очень нужен, тот идет для очень сухой кожи, а этот с витамином С. Вот такой вот кремушка. Это артикул 0742. Вот думаю, каким. Может, вы мне дадите совет, какой первый открывать и каким первым пользоваться. Очень такой, знаете, плотноватый крем. Ну, запах такой же. Какой-то линейки мне не очень нравится. Такой сладковатый. И дневной крем клеточный 0741. Сейчас посмотрим его еще консистенцию.
Ну, он такой больше водянистый, но менее, конечно, плотный, чем вот этот для век. Ну, вот этот ночной прям очень плотный. А вот этот для очень сухой кожи, прям вообще. Очень сильно плотный. Вот. Ну что ж, это был мой заказ. Еще я что-то забыла, по-моему. Вот, кстати, как раз-таки забыла про коктейли. Отложили их, потому что коробка полная была, ничего не влазит, и забыли про коктейли. Что хочется рассказать про них, это то, что мы тут, ну, честно сказать, поднабрали, потому что уже 33-й день, как мы все в отпуске, никак не можем до дома доехать. Кошка у нас кочует от дочери к бабушке, от бабушки к дедушке. В общем, вот таким вот образом мы живем. Вот, смотрите, один уже мы выпили коктейль, мы его с собой взяли на всякий случай, когда неохота будет идти куда-то ужинать после экскурсии, мы устанем, будем голодные, будет поздно кушать. В общем, мы его выпили, клубничный у нас был. Вот сейчас я взяла Wellness, муж у меня любит именно банановый, именно ванильный, поэтому это, можно сказать, мужа я взяла, но банановый в перемешку с шоколадом я тоже очень люблю. В чистом виде мы их практически не пьем, пьем очень редко, мы их все время смешиваем друг с другом. 98 калорий в одной порции, там идет мерная ложечка, и как раз вот эта мерная ложечка одна порция. Все написано, как пить. Конечно же, мы взяли с собой шейкеры из дома, и, конечно, мы думали, что нам одного пакетика так иногда перекусить хватит, но, если честно, мы почувствовали, что мы оба стали набирать вес, потому что все равно в кафешках едим, плов, например, жирный попадается, еще что-то. Ну, знаете, вот эти все каки-бяки, да, жизненные, когда переезжаешь, когда да, вот перестаешь там, не знаю, борщи домашние кушать, как ты привык, правильное питание, как ты привык, чувствуется, что пузико прибывает. Я, конечно, по этому поводу стала расстраиваться, и мы решили заменить коктейлями Wellness свои ужины. Свекровь у нас их тоже попивает, но редко, ей больше нравится покушать, сходить. А я вот прям... Мы с мужем приняли решение, что все, мы будем пить коктейли. Итак, первый коктейль у нас банановый. Артикул 157.37. Тут идет 15 порций в одной упаковочке. Ну, получается 15 порций, ну, грубо говоря, вот такого коктейля, если его пить утром и вечером, ну, на неделю. Да, на неделю и полдня. Чем он хорош? Как вы видите, тут огромный список. И, по идее, с них можно худеть, если классно двигаться. Во-первых, он содержит большое содержание белков. И причем тут идет комплекс из трех белков во всех коктейлях. Я только обо всех коктейлях, сейчас все коктейли обобщаю. Во-вторых, тут содержатся полезные жиры, из которых не полнее, фосфолипиды. В-третьих, углеводы, это мальтодекстрин и палантиноза. И самое шикарное, что тут есть коллаген. Сейчас очень модно пить коллаген, и вот как раз в этом коктейле он есть. Это получается такой витаминный, суперский, классный микс. И также тут содержится КЛА, это конъюгированная линолевая кислота, которая помогает сжигать жиры и активизирует обмен белков, тем самым помогая организму лучше их усваивать. Это классно. Также тут в составе есть биотин, а мы его даже дочке даем, даже дочка его пьет, наша девятилеточка. Биотин, он улучшает общее самочувствие, укрепляет защитные силы, комплекс витаминов, минералов и антиоксидантов идет, отвечает за укрепление иммунитета и обеспечивает питание мозга, а также высокую активность на протяжении всего дня. То есть, если вот с утра его пить, ну, мы еще и на ночь его пьем. Пищевые волокна, это пищевые безглютеновые волокна, какао и безглютеновые волокна и волокна какао, два вида. Вот они очищают кишечник, выводят вредные вещества, то есть это еще и что-то типа детоксы получается у нас. Также пребиотик инулин, который улучшает микрофлору кишечника, создавая комфортную среду полезных бактерий, и энзимы. Это пищеварительные ферменты, то бишь бромелайн, которые улучшают пищеварение, способствуют быстрому расщеплению и более полному усвоению белков животного растительного происхождения. И еще вот такой вот спектр длиннющий витамин. Витамин С, ниацин, Е, пантотеновая кислота, В6, В1, В2, фолиевая кислота, биотин, витамин В12, калий, кальций, фосфор, магний, цинк, кремний, железо, йод, селен и в том числе хромопиколинат. Мне понравилось, тут идет 450 грамм, банановый идет с артикулом 157.37. Он нам больше всех нравится. Сладенько, кстати. Еще вот очень хочется сладенького. Поэтому мы заказали вот этот шоколад без сахара на меду. Второй коктейль идет. Это чисто Антохин. Он его очень любит. Это ванильный. Тоже 15 порций. Так, 15 порций с артикулом 156.50. Действительно вкусненькие, нежные такие коктейли. Этот идет с кусочками бананов, а вот этот идет с кусочками прям клубнички. Клубничка прям хрустит. Очень классно и вкусно.
Иногда, когда я сильно голодная, я даже могу две порции выпить. Навожу его гуще, чем рекомендуется, кстати. Мне нравится погуще посидеть, вот эти ягодки пожевать. Очень обожаю сочетание шоколад и клубника. Очень обожаю. Кладу одну ложку шоколада, одну ложку клубники. У меня получается двойной. Я его пью, просто обалденно вкусно. С артикулом 156-51 это клубничка. Тоже тут очень классный состав. Составы практически везде одинаковые. Практически. Вот они тут, видите, указаны. Также можно загуглить на сайте, почитать полностью весь состав. Вот такой вот клубничка. И шоколад мы уже открыли. И вот как раз тут я вам и покажу вот эту вот нервную ложечку. Вот она там, да, идет вот эта вот нервная ложечка такая. Вот вы подцепляете. И вот это как раз таки идет одна порция шоколада. Дальше мы ее закроем. И смотрите, 53% белка, антиоксиданты, витамины, минералы, пищевые волокна. Про него проходила череда очень подробных, классных прямых эфиров. И, конечно, это спасение для нас, для телепузиков теперь уже. Артикул 156-54. Ну, сильно полнеть не хочется. Потом, конечно, мы понимаем, что в возрасте уже ближе к 40 пополнеть очень легко, очень просто. И вообще вес набирается очень сильно. Поэтому, конечно, мы взяли и магний. Обязательно, мне врач сказала, обязательно магний. Это наш нострес. С него спать не хочется, ничего. И вот взяли вот это. И вот как раз-таки чай для похудения. Вот я о нем плохо мало говорила, потому что тут такая, знаете, скудная аннотация. На сайте не стала гуглить. Артикул 157-15. Чай очень вкусный. Мы его все вместе пьем, но его лучше пить до обеда. Ну, край в обед. Почему? Потому что он дает энергию. Он дает энергию, он идет для похудения. Кто-то мне писал, что он прям пьет этот чай утром, днем, вечером. Все у него нормально, он хорошо засыпает, скинули 20 килограмм. Но мы как-то вот боимся так много его пить и на себе не проверяли. Но сам по себе чай действительно вкусный, действительно дает энергию, он действительно классный. Вот мы сегодня с утра проснулись и вместо завтрака выпили этот чай, потом выпили коктейль. И после коктейля мы выпили полиненасыщенные все жирные кислоты. Это получается и омега, и К2. Все это дело выпили. Мы еще лецитин заказали на Вайлдберриз для печени помощь. И все. И спокойно пошли на пляж. Сегодня дождик был. И очень классно. После дождика было не жарко, было облачно. И очень хорошо искупались, все такое прочее. А потом уже в обед мы пошли на обед. А на ужин, может быть, мы поужинаем в кафе, а может быть, мы выпьем коктейль. Мы еще не решили. Решили, мы еще не знаем. Потому что вчера, например, я ела борщ в 10 вечера. Я ходила голодная, забыла покушать и ела борщ всего лишь в 10 вечера. Поэтому вот 14 порций, пару кружечек в день можно пить. Классный, вкусный штук, как у меня муж говорит. Потому что это обычный порошочек. Вот решили немножечко себя взять в руки, потому что, ну, чувствуется уже. И пуговка на шортах уже хочется перешить, потому что много кушаешь, вот эти все хачапури, вот эту всю ерунду. Это, конечно, не очень хорошо. Ну все, всем пока-пока. С вами была Конова Аня, проект Фаберлик Онлайн. До встречи с вами в новых видео.